Вот лагерные идут. Я съездил, позвал их. Тележка. По траве езжай! По траве езжай! По траве езжай! По траве! Вот, это напротив скворечника, где я живу. Вот он. Давай сюда! Сюда, сюда! Там не надо открывать. Давайте сюда. А дальше что? Сейчас покажу. Тут вот дерево одно. Интересно. В самом начале еще, когда только начиналась Потеряевка, оно уже было. Ну, тут напрямую могла быть улица быть. Но я говорю, дерево не будем убирать. Старое деревья. И назовем его подобием мамрийского дуба. И огородили его оградой. И поставили ведро холодной воды и еду. Там что такое можно было сделать? Это на дороге голуби. И кто будет, чтобы могли почитать, Евангелие положили. Вот они где. Вот они мои голуби, голуби. Гули, гули, мои гули. Да хорошие мои гули. Ну. Сейчас поворачивайте обратно оглоблями. Вот сюда вот. Вон где дерево, к нему. Я тут все отпилил, ветки мешали. Поверните его задом. Подожди, стой. Поворачивай. Отойдите задом, толкайте по траве. Только не толкайте его на землю. Это рядом Глушков. Вот этот вот дуб, огородили его один раз. Потом сделали, матери идут доить коров. Вот здесь вот. Вот. Ну, можно остановиться здесь. Все. Идите вокруг дерева, соберите вот сюда вот все веточки, какие есть. И один будет держать. Держите, Мафи. А ты иди большой, собирай. Сучки, все сюда несите. Сюда, это на костер пойдет. Но это дерево-то относится к деревне, не к Глушковым. А Глушкова тут восстала мать и девочки. Ну что, родители... Не... Так, клади косыли, поперек. Да, поперек, правильно. И так, чтобы сильно по полу не тащились. Кладите поперек. Потом в таком направлении. Укладывай давай, вы подносите. Один держит. У нас держит Тимоша. Работа нетрудная ему. Ну давай, Кирилл, укладывайте. Вот так. Так что по полу не тащились, на костер. И они на это дерево выходят, покачаться там, поиграть. А сами без платка. И все делают замечания. Деревенские останавливаются, вы еще так. Ну а там домашние это условия такие, чтобы на зло сделать. Ну и получается нарушение устава. И мира нет. Я тогда подумал, давайте эту территорию, вот этого подобия мамрийского дуба, отнесем Глушковым, это их усадьба будет. Хотя усадьба, вот она, ограда заканчивается. А это улица. Это улица, она прям в улице, это дерево. Вот как раз тут Иосиф строился этот. О домике, о котором тут разговор. Чужую беду руками разведу. Это первый дом, когда строили. Первый дом, теперь называется Матушкин. Вот. А это вот, видите, такая улица, грязь везде. И никто не сделает, не сделает. Вот там... В прошлом году сделали, а нынче можно было бы здесь сделать, но это далековато, глину надо брать и песок завозить. Ну, то есть можно было бы, конечно, сделать. Ну, укладывай. Теперь в таком направлении. Да, шире, шире укладывай. Вот так. Вот сюда можно было часть положить. Ну, ладно. Давайте, вокруг обходите, носите ветки. Укладывай, ты хозяин. Ну, я пошел к старости, говорю, можно это сделать так, чтобы принадлежало им. Отнеси. К батюшке пошел, так и сделали. Провели это. И огородили, и сказали, это ваша усадьба, вы тут можете без платочков, девочки. И устав не нарушен, и с вами отношения. А они маленько погодя перестали выходить и играть. То есть он им не нужен был, этот игровой момент, а только сделать напротив. Ну, травили там и люди. Домашняя мать, ты шире делай, ты куда-то уже совсем мало завел. Да вот я, конец-то где, ну-ка, тащи сюда. Смотри, где тележка-то, вот, а то я вон, где уже, где начинается-то, ты уже ее с десятую часть не...
не будет у тебя. Складывай вот так. И дальше так. Поперек вот докуда можно ложить. Вот. Угу. И здесь до каких пор. Смотри, как широко. Раскладывай, бери. И не носи ветки. Я буду сам раскладывать. Кладите около тележки. Ну, а потом она подала на развод и уехала. Уехала. Семерых ребятишек. То есть утащила с собой. Ну, а мы вот такой вот выход сделали. Вот сейчас проходит мимо этого дерева. Ну, прям цепляется здесь. Я сучки пообломал, торчат. Взял, ножовку тащил, но она валяется вокруг. Сейчас мы все соберем. Собрать все буквально до листика. И отвезем на костер. На костре это будет там сухое, кожурки. Это значит огонь будет, а это будет дым. Несите вокруг, обойдите, и с той стороны много лежит. Все подберите, чтобы ни одной палочки не было. Носи сюда поближе, Андрюша. Вот сюда ко мне подноси. Возьми, бросил которое. Поднеси рядышком, положи. Кто-то там идет. Есть люди, которые боятся. Как огня съемок наших. Давай. Давай, давай. Складывай. Все, развернула назад. Вот как... Вот интересно, какое дело. Почему боятся люди съемки? Ничем не объяснить. Все. Был путь, прямой путь сюда, только выглянула и сразу назад. Я знаю такие, которым в руки даешь, говорю, ты поснимай маленько сейчас. Так проходит минуты 3-4, они в обморок падают. Я все это отношу к нечистой силе. Ни через что так не проявляется, как через открытость. Все делающееся явным есть свет. Я не конкретно кому-то говорю, но вот видите как. Человек шел, не видел, размышлял, молился. И вдруг увидел, что я снимаю, а снимает я ребятишек. Что тот человек подойдет сюда, я даже и не знал. Мгновенно разворот, и как будто никогда не было. Теперь идти надо другим путем. Почему? Какой страх? Зачем? Что-то плохое в этом что-то сделали? Нет. Шла дорога, ни в чем ее не обвиняли. Мигом круто. Однажды себе взял это, сатана клеймо ставит, и выхода нет. Носите больше. Вот сейчас. Вокруг обходи. Я возьму здесь. Клади. Прям рядом кладите, будете подавать. Обходи с той стороны, собрать все, что есть. Вплотную к дереву подходите. Это у нас очень хороший получится запал на костре. Бог даст в эту пятницу. Клади рядом где-то. Только вы как-то кладете неровно. Туда-сюда и неправильно маленько. Вот. Это вот тот саманный дом батюшка строил тут. Пол России приезжало. Месили ногами глину, солому. Ну, тут соседние деревни Кадникова. Очень хороший человек. К нам относится хорошо. Игонин Валерий Григорьевич. Богатырь. И коня выписал, и трубу дал, и... Ну, что только мог. Лошадь дали, как писали в газетах. Говорю, списали, как падаль. Интересно так. Один корреспондент написал. Ну, в общем-то, похожее. Одну продали тут в соседнем селе, а она больная лошадь-то. До дому-то когда ехать хватило. Ну, вот так. Кладите, ребята, еще подносите с той стороны. Сейчас буду я укладывать. Показывать, как укладывать. Туда, сюда этого Кирилла там. Кирилл, бери больше, неси сюда. Сейчас я покажу. Сегодня и комариков мало. Два дня шел дождь. Вот тут если сделать, перекрывать, это надо трубу. Вон он, где тот человек-то. Все, скрылся. Ой-ой-ой. Ужас какой. Боятся. Видео боятся. Иди-ка сюда. Ко мне подойди. Ты подойди. Я тебе тут дам. Мать, подожди-ка. Тебе вот здесь цифры видать? Двигаются, нет? Да, видать. Двигаются цифры? Да. Меняются? Да. Ты можешь вот так вот направлять? Я буду сейчас делать, показывать, как делать. Угу. Ничего не надо. Вот так только руку подсунь. Ага. Сейчас не закрывай. От воды подальше сюда. И вот чтобы как раз экран был. Вот так, да? Да, ну, чтобы видно было, где я беру. Я буду рассказывать. Дело в том, что правильно нужно укладывать. Давай сюда, ко мне. Сейчас, который есть, вот эти подавай, а он там носит. Подавай сейчас, ищите. Нужно широко разложить. Вот так. Давай.
А то я напилил. Ты сейчас. Ну, видишь, ты берешь, ты из-под низ. Бери, который верхний. Верхнюю бери. Ну. Вот так. Ну. Давай. Видишь, что сильно-то надо раскладывать. И тогда оно будет больше сходить. Вот оно мы обрезали, сейчас хорошо, но много тут валяется. Оно будет под ногами. Вот видишь, с этой стороны еще от этого дороги пусть носит. Давай, подавай. Давай, молодец. Это Нестор подает. Вот мы сейчас разложим. Во. Давай. Во, быстро подавай. Видишь, как веточки, веточки. Только попадало, чтобы экран сильно. А потом шире вот здесь. У нас что тут не работа, то простая работа. Все живы, здоровы, ни один ребенок не поврежденный, не погиб. Я расскажу вам сегодня страшную историю, которая случилась недавно в одном лагере. О гибели детей. Давай сюда. Вот. И не до нас теперь будет. На бою наоборот. О. А видишь, уже купился. Да. Вот такие. Вот. Давай. Все. И там вот еще около нас будет. Быстрее. Смотри, как укладывается. То в таком направлении, то в другом. Давай. Так, ну, Андрюша хорошо таскает. Смотри, по ножу так. Давай сразу. О. Я знал, кого брать. Чтобы у нас получилось. Это все на костре сгорит. Пятница, костер, картошка. Смотри-ка. Вот так. Вот это корни, пройди тут везде, направо, сверни. Вот еще один. Тут тоже много веток. И там, Андрюша, помоги. Мы сейчас вот затянем, а то не так и тяжело будет. Вот. Нас много, мы утащим. Это ветва, петлина. Вот сколько, Андрюша, тащит. Там есть такие сухие, толстые. Тоже несите сюда. Может быть, они тяжелые, вдвоем надо. Ну, смысл понятен, что делать нужно. Которая толстая, можно потом на другое возьму. Во, тащи сюда. Видишь как? Мы все сделали и убрали. Это называется культура пользования лесом, лесопользованием. О, Андрей, ты тащишься. Тебе не тяжело это? Нет. Нет? Назад ты не стоишься. Смотри, какой лисина в воротке. Вот это да. Ну, Андрюша. О! Давай. Грязненько. Который сильно грязный, может быть, оставить. Не пачкай руки. Там около дерева переберите. Не рони, держи ровно. Тимоша, тебя что, она перетягивает? Ну-ка. Нет. Ну нет, ничего. Ну, что сделаем? Ну, давай, последнюю сейчас заложим. Дети должны быть заняты прудом. Прудом, от которого они видят пользу. Вот это все для них пойдет. Картошечка будет. Объедение. На тележке сейчас мимо поедем, я сказал маленьких девочек, Машу и Соню, забрать с собой.
и обратно их привезти. Знаешь, он как полезно? Так, чтобы быкан помышал, так наклон его делал, чтобы видно было. Ну-ка. Ну все, наверное. Ну все. Давай. Это да. Я шел вчера из церкви, помешали мне ветки проехать. Я думаю, что ж такое, это не обихоженное. Вот попритащил Андрей. Это у нас все горит. Ну что, еще есть? Да, еще много. Да ты что, ну тогда нам, наверное, не увезти. Я даже не ожидал, что так много будет. Смотри еще. Это надо прямо наверх давить. Ребята, вы что, напилили так быстро сколько? Ну что, забирайте. Если все останется, то уже, наверное, на следующий раз. А то тележка сломается. Я думаю, не увезти. Ладно, ребята, там оставьте пока, не носите. А дальше что? Дальше веревка, где она, веревка-то у нас? Я думала, вроде была она. Да, она там лежит. Нет, не надо, слава богу. Вот иди сюда. Давай-ка. Все. Идем, ага. Помоги там, где он тащится. Последний. Я даже не думал сегодня. Помешало, пошел, взял на жопу оттуда. Пошел к вам на огород через него. А мы картошку просто увезли и пошли. Мы картошку увезли и пошли сразу в лагерь. Откуда бы я знал-то? Мне-то никто не сказал про это. Все, ребята, сейчас давайте веревку завязываем. Угу. Смотри, сколько... Сняли с дерева. Ой-ой-ой. Ну-ка, подожди-ка. Вот эти дерева тяжело. Сейчас мы все привяжем тут. Ну, а дальше там уже понятно, если мы везем. Вести только по траве. Давай. Все. Давай, веревку, все, стороны, иди, вози. Да. Там вокруг оглобли, вот так лосо кидают. Заходи, ловит. Ну-ка. Правильно. Теперь надо вот сюда вот. На, тяни со всей силы. Берешься. Держи. Давай. Опа. Еще раз. Раз, два. Давай. Ага. Держи. Держи, Тимоша. Тимофей, не поддавайся. Только заверни там, где мы. Так. Держи эту веревку здесь, вот так вот, натянутую, чтобы она не ползла дальше. Вот, 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 вот эту. Вот так, прижи ее здесь. Держи. А я пойду туда сейчас. Держи, не отпусти. Или вот это вот так рукой тяни, на отсюда. Я потяну там. Держи, Тимофей! Давай!
Ага. Так, маленько потягти надо. Держи. Так, ребята, с двух сторон, со всех сторон сейчас помогать будете. Ну, давайте. Толкайте. Смотри, толкай сзади. Ну, везем. Подальше, да? Подальше туда, забеги вперед, вон туда. Угу. Туда покажи, батюшка едет. Поймай его. Вон там батюшка у нас. О, тут леший пошел. Сейчас мы проедем мимо тебя. Чуть-чуть поставим батюшка, снимай, а потом сзади на. Здравствуйте! Ну, а где опять? Все обрезали лишнее. Да как куда вы это везете? На костер. Ого, так оно сырое. Как раз такая нужна. А-а-а. Да вы высохнет все потом. Ну все, боже, стой. Иди туда. Иду, иду. Серега, тут, тут, тут. Подождите, я голубя сниму. О, дом мой, голубей. Не видать. А вон там наверху сидят. Вон голубь вышел. Все на этом? Да.